Не, это не он. Привет, камера. Привет, Кирилл. Здрасте. Может, закусывайте трансы и вот эти всякие приводы, надо все проверить. Так, снимаем новый сезон шоу «Импровизация». Несколько раз мы менялись, несколько раз мы что-то меняли, делали маленькие изменения, большие изменения. В этот раз по-настоящему получается новое шоу. Очень сложное, очень много декораций, очень яркое, очень много света. Мы поменяли камеры, вам это ничего не говорит, но мы очень рады, потому что эти камеры классные, они круто передают цвета, они добавляют такую мягкость. У нас поменялись игры, у нас поменялись форматы. Некоторые игры, такие как «Меняй», не вернулись, хотя их многие ждут. Может быть, когда-нибудь они вернутся, пока не пришел момент. Все поменялось. Вчера до ночи мы здесь все строили, репетировали, пробовали. И сегодня у нас прям такое настроение, во-первых, радостное, потому что все по-новому, и это новые эмоции. А во-вторых, чуть-чуть такое сыкотное, потому что «А вдруг мы все засрем?» Такое тоже может быть. Ножки маленькие, из башмачков вываливаются. Надо подтянуть. Ни хрена не знаю. Знаешь, сыкотно как? Мы давно не очковали сниматься. А сейчас все новое. И вы туда обязательно все попадете, поэтому давайте сделаем все так, как нас. Ребят, мозг сейчас вообще выключен, тело само что-то делает. Очкуешь ты? Нет, просто физиология. Сейчас, а ты? Да, очковывает. Надеемся, что в новом сезоне будут несколько игр, которые потенциально могут стать хитами. Одна из них называется «Дебаты», там мы друг друга поливаем водой. А одна игра – это просто невероятная конструкция, вертящаяся комната. Смотрите, это все построили, это все вот так вращает, вот там нас снимает камера. Самое главное, что мы вчера пробовали, когда ты оказываешься там, ты вообще не понимаешь, что происходит. Люди там хихикают, им весело, потому что мы то на потолке, то на стенах, а внутри тебе просто рвет башню и чуть-чуть кружится голова. Поэтому, возможно, кто-то блеванет. Все прикручено, чтобы... Короче, нам кажется, вот это должно вам зайти. Если есть такое слово, то я его выдумал. Это блевово. Не, на самом деле в какой-то момент башка вообще. Так, вообще ни хера не понятно сейчас. Смотрите, раньше мы играли импровизацию участковой. Стоит Антон, мы выходим, говорим ему слова на букву, все это происходит на сцене. Теперь Антон будет настоящим полицейским, он закончил школу милиции для этой игры. А мы будем играть это все. Вот в таком полицейском участке. Она никак не отсоединяется? Кто? Вот эта штука вся. Да, мы уберем, да. Будет просто пустая, да? Ну, лица нельзя, но может это просто какие-то бандиты. Нет. Внимание, рост, может быть, человек умер уже. Возможно, умер, возможно, арестован. Ну, давай это уберем. Давайте, давайте. Чем-то либо заменить, либо что? Либо всем глаза заделать. И то, это все равно, это, блин, какие-то страшные лица. Ну да. Смотри, они наблюдают за нами через вот эту вот штуку. Я знаю, что вы там! Сейчас протокольчик составим. Разберемся, не переживайте, разберемся. Ну, в общем-то. Серега, в этих декорациях, ну прям хорошо, он говорит, шастун, ну пусть будет ЧБшный. Мы смотрим лук актеров на 3 дня, на 3 программы,
Пытаюсь понять, что нам очень нравится. Так и что, ну в принципе, вот так, мне кажется, нормас. Еп. Ребят, ну что не передача, тут везде нужен мой гардероб. Вот моя вечерняя рубаха пригодилась. Сейчас будет внутренний голос, но мы играем первый раз в таком виде. Мы нарядились, мы зайдем в сет, где будет что-то древнерусское. А я, по-моему, в древнерусском не силен. А у меня там оружие есть же, да? У тебя там палец. Ир, ну выходим, получается, что так. Готовы, да? Идем. Арсений. А где сет? Такой смех, я понять не могу. Что-то не так? Очень-очень много придеваемся в этот раз. Конечно, практически, да, каждую игру. Арсений настоящий депутат. Просто вы посмотрите, кто вот может отличить. Всем людям, которые будут встречаться с Оксаной на пути, мы будем вот это вот на лица клеить какие-нибудь маски некрасивые. Чтобы она говорила: ох, самый красивый это я и Арсений. Обещаю. В следующем полугодии 4-го семестра. Верю. Мы освоили бюджет. Более 1,5 триллиона рублей направлены туда, куда нужно. Еще раз аплодисменты. Тяжело идет? Прям тяжело, прям как, вот слышно, как у телеги, прям колеса, знаешь, вот, как заржавел механизм. Весь профессионализм, парни, подключают, который есть, который накопился опыт за все эти года, для того, чтобы все-таки сдвинуть это, потому что сложно. Не импровизировали 8 месяцев или там сколько. Ну, сейчас прорвемся, я уверен. Сейчас прорвемся. Все эти, то, что там сложно нам с костюмами, с гримом, там, с перестановкой. Кого это должно вообще волновать? Мы артисты, мы должны выйти и отдать свою жизнь. Ты записываешь, блядь, на видео? Я речь тут пламенную. Я второй раз так не скажу. Смотрите на Диму. Дима готовы? Да, честно. Смотрите, стоит и улыбается. У нас проблема, Сереж. Какая? У нас слишком открыт сет, в который мы заходим с закрытыми глазами. Да мы представим, что спал, ну, там сет еще, конь не валялся, мы там еще ничего не делали. Они уже переживают, потому что они там все увидели. Потому что мы хотим импровизировать вообще. Да вы ничего не будете знать, мы вам все представим. По-настоящему, чтобы вообще мы даже не знали, где сегодня съемки, вот настолько. Да, вот комнату увидите. Не переживаете? Блин, ребята. Сейчас начнется настоящая садомаза. Если вам кажется, что я много разговариваю. Я 60 градусов налево. Сереж, ты во влоге? Привет. Вы все красавчики. В рабочей зоне. Где стол, блин? Куда вы водите? Вы что, вы издеваетесь? Парни, если вы готовы, давайте мы сразу будем начинать. Мы готовы, мы во влоге, короче. Специально дали доску, потому что я стол разбил. Я разбил телефон. Я был уверен, что он вообще бутафорский, а он чуть-чуть не бутафорский. Мороженое!
нереальный проект, нереальная программа. Всегда с таким счастьем прихожу в мою импровизацию. Че улыбаешься, Антон? В опоздании. Пацаны, перед тем, как получали задание, мне в папке на столе написали «Шаст писька». Молодые люди, а почему это? Кто, во-первых, написал мне здесь «Шаст писька», а во-вторых... Это было смешно. Что-то какая-то болючая, это крысоловка была, а не мышеловка. Прям реально меня пост развернул, я в нее как... Я не понимаю, почему всегда мышеловки играю я. Может, конечно, у меня самые красивые ноги, но это не повод их портить, правильно? Все, финальная импровизация этого марафона трехдневного. И потом попьем пивка. Да, пивка, пивка. Антон, пивка. С господцем. Ирги окончены. Можно отдохнуть, сесть у камина, выпить бокал виски. Все, ребята. Дебаты первый раз играл. Ну, такое мокренькое дело, конечно. Да весело было. А все. А уже все. Съемочки закончились. Все, Кирилл, все, теперь иди, все это монтируй и выкладывай на YouTube, и лайки, подписки. Как только будет миллион, мы расскажем вам один секрет про импровизацию, который не знает никто. Ну, на самом деле, мне кажется, наша передача, она сильна не только тем, что вы видите по телевизору, а сильна той энергетикой, которую мы пытаемся передать, потому что над этим проектом, который любит уже... Я не побоюсь этого слова, миллионы зрителей, работает очень хорошая, крутая команда. Сейчас приду.